Все большее число пациентов, страдающих полным либо частичным отсутствием зубов, среди методов восстановления зубного ряда делают выбор в пользу имплантации. Мы находимся в областной стоматологии. Пациента здесь ведут от и до, начиная с первичного осмотра и 3D-диагностики, заканчивая изготовлением и установкой коронки на имплант. Для пациента мы можем показать вот такую 3D-панораму. Он может увидеть, как будет стоять его будущий корень зуба. Тем пациентам, кто сделал выбор в пользу областной стоматологии, не надо бегать по городу в поисках ортопеда или современного рентгена, как это бывает. В нашей поликлинике появилось современное оборудование и современные материалы, с помощью которых мы можем проводить операции при недостатке костной ткани. Процедура имплантации начинается с первичного осмотра. Далее диагностика в областной стоматологической поликлинике, плюсы и минусы разного рода протезирования обсуждают с пациентом. Установка имплантов, говорят врачи, единственный способ сохранения костной ткани челюсти в случае потери собственных зубов. Здесь все по стандартам, и поэтому мне не страшно. Здесь профессиональные хирурги. Если долго нет зуба, костная ткань атрофируется, снижается жевательная нагрузка. Еще недавно это обстоятельство было препятствием для процедуры имплантации. Возможности современной дентальной имплантологии значительно расширились. Протезирование на имплантах – это достаточно надежное и эстетичное решение проблемы. Завершающим этапом имплантации зубов является изготовление протеза или коронки. Результат многих пациентов областной стоматологической поликлиники порадовал. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».